так вот он, конечно, пишет. 10:08 утра. Samsung 10 SE. Или ей без разницы. Так, ребята, селфи камера. Full HD 60 FPS, Full HD 30 FPS, Full HD 60, то есть 4K 60 FPS и 4K 30 FPS. Спустя 4 года смартфона. У этих смартфонов только одна слабость. Это батарея, больше ничего. По видео здесь просто он ебет все, что подряд по-русски говорит. Любой смартфон за 20-30 тысяч похуй дым. Все это хуйня. Но по 4К сейчас вам тем более на селфак никто не даст. Да, света не хватает. Лайки, комменты, подписка. Вы на канале Хватил с Михаилом Фадеевым. Где нет фонарей, он пишет, уже темно. Базара нет. Это плюшки нет, кавка мне 20. Ну, так если освещение, все круто. Стабилизация просто как у Бога. Я прямо скажу. Круче просто трубы найти. Если вы найдете его за 9-10 тысяч рублей, ну, с коробкой, с наушниками, ну, без наушников, это 50 на 50 коробка и зарядка, самое главное. И это круто. Если у меня все получится, я 6-го уеду в Углич, и там трубку возьму за 8. Похер там на 600 рублей на билеты. Главное, смартфон стоит бабок своих. С коробкой, а не без коробки. Да, есть потертости, ну, ерунда. Главное, целые бока и экран не битый. И вон тут этот малыш на ходу себе там процессоре вот набирать 500 тысяч баллов спустя 4 года. Кто вам сейчас даст такой маленький смартфон 5,8 дюймов? Свет стерео классным звуком плюс AMOLED экраном. Кто вам не даст за такие бабки? Сейчас никто, ни один производитель, ничего вообще ни к чему не стремится. Здесь 3 камеры и они крутые. 16, 12 и 10. Просто за эти бабки нет ничего круче. И как второй, третий смартфон, это рабочая лошадка подойдет, да даже как первому. Просто с пауэрбанком ходить. Любое видео, когда хочешь, снимешь и скинешь. Хоть в YouTube, хоть в телегу, хоть куда угодно. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео. Мы на канале Хватил с Михаилом Фадеевым.